Продолжаем. Итак, это дорога к нашему роскошному отелю. Это центральный, так сказать, заезд. Пиво мы не нашли. Продавцы говорят, что пива в Нунгве нет и не будет никогда. Потому что типа им не разрешают его продавать, чтобы, для того, чтобы отели все сливки снимали себе. Вот тут ресторан очередной, тут что-то жарит нам еду какую-то вкусную. А мы пока едем по кочкам, по маленьким цветочкам. Оу, маркет еще один вижу. Маркет Гвардино. Это он как турист стал обезьяной. То есть люди произошли от обезьяны, а здесь наоборот. Турист превращается в обезьяну потихоньку. Маркет, супермаркет. Дороги, конечно, полный трындец. Что там какой? О, там, похоже, алкоголь есть. Сейчас мы там заглянем. Парикмахерская, опять же. Сейчас, брат, я иду к тебе. Вон какие-то бутылки, я вижу. Hello. I need a beer. Beer? Yeah, beer. Beer, do you have only... Only? Have Savannah. Ну это уже хорошо, да. Сейчас будем искать, брат. Yeah.